Мы сейчас в данный момент находимся на улицах Херсона. Как вы видите, людей достаточно в городе много. Сейчас вот у нас 10:50, 3 ноября. Честно говоря, вот по сути, все те люди, которые проигнорировали вот наши обращения по поводу безопасности обстрелов, еще раз напоминаю, что ситуация действительно непростая. Я вас по-человечески просто прошу, при всех тех моментах, которые будут происходить, и сложных решениях, поберегите свои жизни, потому что я несу моральную ответственность за всех людей, которые остаются в городе Херсоне. Меня не интересуют нацисты и ждуны, меня интересуют те люди, которые сегодня являются русскими гражданами России, те, кто до конца верит в то, что на самом деле есть справедливость. Поэтому по-человечески еще раз вас всех прошу выехать на левый берег для вашей же безопасности. С вами был Кирилл Стремоусов. Верьте, на самом деле все будет хорошо.